Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 октября – день Ариадны, Арины, Ирины. Она была рабою и отказалась идти в языческое капище. За это ее били без всякой жалости. Долго морили голодом, принуждая отречься от Христа. Наконец отпустили. Потом передумали и послали погоню. Видя за собой погоню, Ариадна подошла к скале и стала молить Бога, чтобы он избавил ее из рук врагов. Тотчас, по божественному повелению, скала раскрылась на две половины. Света вошла внутрь камня, и половины скалы вновь соединились. Октябрь месяц. Приметы и особенности октября. Месяц ненастья, начало семейного счастья. Говорит об октябре народная пословица. Сегодня начинали собирать шиповник. При этом полагали, что самый полезный шиповник тот, который собран на Арину. Наши предки использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника отвары и настой, которые применяли для укрепления здоровья. Даже варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный и полезный мармелад, повидло. Журавли улетали в теплые края. Люди, видя журавлиный клин, кричали вслед: «Колесом дорога!» Наши предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Вот так они старались продлить теплые деньки. Продолжались девичьи посиделки с заготовкой капуст. Приметы. Если на Ирину журавли полетели, то на Покрова 14 октября надо ждать первого мороза. Если не видно в этот день журавлиного клина, раньше Артемьева дня, это 2 ноября, не ударит ни один мороз. Какой будет погода сегодня, такой она будет и 1 апреля. Птицы с отлетом не спешат, скорее всего, зима придет не скоро. Если береза еще не потеряла своих листьев, снег будет не скоро. Геннадий Петрович, а вы скажите, сколько вот этот вот хей, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу, народ, да, он сколько весил? В 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Ну, нормальный вес абсолютно. И важно, когда человек питается, вот, он говорит, естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот так? Да. Поэтому Говард Хей коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. И те продукты, самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты, и особо не видоизмененные. Но продукты несут, вот, будем говорить, вкусовые ощущения, и, как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. Можно. Легко. И поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути, будем говорить, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее. И что Геннадий получается? Петрович, ну как вафли? Это было страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть. А вы какие вот в детстве любили? Вообще, что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была. И в основном это, ну что любили, там картошку, селедку, действительно. Вот такое мясо изредка там было. Борщ. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было.
Так вот Хей, как Бум говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80. А, до 80. И стал себя чувствовать свежее, работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии Хей с помощью разработанной им методики питания на основе диеты Хунзакутов, вот, ну и привлечением других оздоровительных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну, прекрасный, да. Как раз таким. Ну, мы в демонстрационном виде делали, да? Мы сегодня-то съедим, а так их можно как пельмени наделать и на какой-нибудь, допустим, там праздник детский. Да даже на взрослые. Я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения у меня такой десерт, и я считаю, что я правильно живу. Кстати, Танюшу мы поздравляем с днем рождения. Она ведь и стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое. И с удовольствием съедим ее. А попробуйте сладкую. Ну да. Какая сладкая? А вот с медом. Ага, с медом. Да, да, да. Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья. Честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, питается. Сок свекольный еще подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хунзакутов. Немножечко разобрали. Что его надо применять в своей практике, и те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельно семьей, а целым племенем, без болезней, долго и хорошо. Чего и мы вам желаем. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение от накопленной в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нагрузки. Вообще энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов, если ей следовать. Если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устанете. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. Сгоряча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно, то, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно
мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!